Если мы будем говорить о 16 декабря, то на память нам всем приходят два события. Это репрессии против молодежи в 1986 году и расстрел и пытки наших граждан в Жанаозене в 2011 году. Все. И поэтому мы можем уверенно говорить, что 16 декабря – это не день независимости, это день памяти, это общенациональный день памяти. Это в тот день произошли жертвы наших граждан, которые фактически боролись за нашу реальную независимость, за то, чтобы именно власть принадлежала народу, а не наоборот, когда политическая верхушка владеет властью. Вы знаете, что в Конституции Казахстана, именно даже в Назарбаеве Конституции написано, что источником власти является народ. При Назарбаеве все эти слова в Конституции попраны, они лживые. Народ не имеет никакого отношения к власти. Именно Нурсултан Назарбаев стоит над народом, но такого долго быть не может. И мы обращаемся к нашим сторонникам, чтобы 16 декабря, используя это, то, что наша власть воспринимает его как государственный праздник, это день нерабочий, возлагает цветы и венки, мы предлагаем всем нашим сторонникам прийти и тоже участвовать в этих акциях и в этих мероприятиях.